Ну а теперь новости одной строкой. Приморские рыбаки почти на 30% освоили квоты на вылов сельди. Добыли уже более 28 тысяч тонн. Ну а в Приморье ЕГЭ попробовали сдать родители. Вчера мамы, папы, общественники и политики региона решали тесты по русскому языку. Чтобы понять, каково школьникам на экзамене, результаты станут известны после 14 марта. Ну а в Приморье стартовала всероссийская акция «Письмо Победы». Школьники пишут письма в прошлое членам своих семей, принимавшим участие в Великой Отечественной войне. Акцию организовало краевое отделение общественного движения «Волонтеры Победы». Участников отправят также на исторические квесты. Ну а в регионе в электронный вид перевели три услуги для аграриев. Теперь, не выходя из дома, через единый портал госуслуг можно получить права тракториста, зарегистрировать трактор и подать заявку на техосмотр.